сад нежный взгляд. Такие памятные вечера в честь воинов-героев, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны, стали доброй традицией. Прямо во дворе многоквартирного дома по адресу Панфилова, 11, артисты прочли для жителей знаменитые стихотворения и исполнили песни военных лет. Отдать дань памяти нашим предкам вместе с горожанами пришел и лидер движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Владимир Суслов. Это вызывает интерес у жителей. Они с удовольствием вспоминают те песни военные, те стихи и... Даже дети участвуют, идет воспитание нашего подрастающего поколения. Литературно-художественные вечера проводятся в рамках проекта «Герои Химок». Увидеть их можно в городских скверах, парках и даже во дворах многоквартирных домов. Это делает памятные концерты доступными для всех желающих и помогает сохранить память о подвигах, которые совершили наши деды и прадеды.